Найман – фінансовий експерт. Зараз в світлі нинішніх подій багато хто намагається міняти гривні на долари, долари на євро, потім знову все повертати в якусь, конвертувати в іншу валюту. Доброго ранку. Отже, чи варто це робити в нинішніх умовах? Чи варто почекати? Про це ми поговоримо з паном Еріком. Доброго ранку ще раз. Да, ви українську розумієте? Так, звісно. Ерік, скажіть, будь ласка, ви починали теж з обміну свого часу чи ні? Ну, если честно. Обмен на что? Обмен валют. Занимались когда-нибудь? Конечно. Меняли? Где это было? Сколько лет назад? Много? Начиналось где-то год 91, наверное. Опа. Россия. Помните вашу, рубль-доллар. Помните вашу первую сделку? Кто вам что принес? Ну, у нас там были свои операции. Так, вы не можете раскрывать. На этом мы поделились немножко, да? Ну, вообще, украинцам сейчас стоит что на что менять? Или стоит подождать немножечко? Многие ждут выборов, хотят менять, не хотят менять. Что вы скажете? Ну, ключевое – это то, что происходит на Востоке. То есть нужно отделить. Есть экономика. С экономической точки зрения нужно ждать. Угу. Потому что гривна, слишком сильно ее притоптали. И большинство украинцев сейчас, по большому счету, что и делают? Они ждут буквально... Позавчерашняя статистика, украинцы купили настолько мало валюты, последний раз такое было в 2004 году. То есть 10 лет назад. Люди не хотят покупать, и то основная сумма валюты, которую они купили, это пошла на обслуживание валютных кредитов. То есть чистой покупки, ну, 100 миллионов, наверное, было долларов. Это говорит о чем? Или у людей нет денег на руках? Нет, в первую очередь нет желания. Нет желания. Ну, вы когда видите курс 12 гривен за доллар, у вас пропадает желание ехать в Грецию или в Турцию отдыхать. По крайней мере, у 99% украинцев. Ну, потому что мы еще смотрим на евро, там с этим еще евро хуже. Тоже 16. Недавно же был прекрасный момент, Юлечка, извини, для того, чтобы как заработать. Я сам думал, вот есть у меня 1000 долларов, да, например, курс доходил до 12,85, то есть я мог продать банку эти деньги, а потом думаю, упадет, и я 1000 заработаю. Нет, на валютном рынке зарабатывают те, у кого сотни тысяч долларов. А у кого 1000 долларов... Сиди и молчи. А чому 400 гривень? Це теж нормально. Я б теж могла б заробити, якби там купила по 8, а потім продала хоча б по 12. Я скажу, є гораздо більше у вас можливості заробити більш надіжно. Це ви як фінансовий експерт говорите. Дякую. Слухайте, а скажіть, будь ласка, як можна тоді зрозуміти, що у нас рівень валюти підвищується, тобто вартість гривні знижується. А тоді під час того, як відбуваються пікети під фінансовими установами, які, звісно, що контролюють підвищення або зниження курсу, і на тобі вирішили пікет влаштувати, трішечки знизилось. Ще вирішили пікет влаштувати, ще знизилось. Це взагалі, можливо, штучно створюються умови для того, щоб росло? Ну, Національний банк на це не реагирует на самом деле. Не реагирует на пикеты национальные? Ну, конечно, нет, потому что у Нацбанка есть один большой начальник МВФ. Угу. МВФ говорит, не нужно выходить с интервенциями. И Нацбанк сегодня контролирует валютный рынок только в части валютных спекулянтов. Угу. И что они делают? Если какой-то коммерческий банк хочет поспекулировать, они его отрезают от валютного рынка, что и происходит активно. Но все остальное на валютный рынок прямого воздействия нет у Нацбанка. Я понял. Скажите, пожалуйста, валютные вот эти биржи появляются, которые закликают, давайте, 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 пограемся. Чи варто це робити? Ну, знову ж таки, це ваше бажання, ваш вибір. Маленьким, ну, с маленькими деньгами. Там нема чого робити. Але ж закликають і з маленькими грошима. Да. Аби зайшов. В цьому є небезпека велика? Ну, конечно. Как в букмекерской конторе. Ты можешь выиграть сначала, но потом знаешь, что у тебя... Шансов на самом деле больше, чем в букмекерской конторе или в казино. Ну, больше, потому что, по крайней мере, мозгами можно заработать, как шахматы. Угу. Но сколько хороших шахматистов? Эрик, ну, с ваших слов я понимаю, что заработать сейчас на этих финансовых всех делах с маленькими деньгами вообще невозможно. И надо начинать... успокоиться и стараться заработать. Ну, во-первых, нужно хорошо отдыхать, высыпаться. Ну, вы сейчас как психотерапевт, как доктор финансовый говорите, высыпайтесь, люди. А приходится сейчас больше лечить. А лучше спать учить. Вообще, лучше заснуть, сделать себе летаргический сон. Потому что то, что сейчас происходит, это больше психиатрия, область психиатрии, а не рынка. Скажите, пожалуйста, вот ну, от меня лично вопрос. Был у меня депозит, вот, точнее, и депозит, и кредит в свое время. Вот сейчас люди столкнулись с проблемой. Многие об этом говорят. Курс там 12 для покупки необходимо, чтобы заплатить по кредиту. Люди выходили с просьбой, с требованием снизить курс до того момента, когда они брали кредит. Ну, хотя бы до 8 гривен. Насколько это реально? Ну, объективно это нереально. Нереально. Почему?
во-первых, это как левая, правая рука. Если вы понижаете курс для кредитов, то давайте понижать курс для депозитов. И тогда вы получаете вторую область пикетов, вкладчики, которые положили в банк $1000. Угу. Им говорят, не, мы вам теперь $1000 не отдадим, мы вам отдадим 8000 гривен. Много ли людей это устроит? Конечно, ну, конечно, то есть, нет, поэтому... конфликт интересов, конечно, уже общества. Понятно. Вы сейчас занимаетесь чем? Вы в частном порядке работаете экспертом финансовым или все-таки в какой-то державной структуре? Нет, нет, нет. С государствами я не работаю. Почему? Ну, государству нужны специалисты сейчас, мне кажется. Потому что на финансовые, если заходить на финансовые форумы, там многих, как говорят, хаят, он компетентный, некомпетентный. Может, ваша помощь как раз... Вы знаете, как у Сократа, как он учил. Если у человека возникает вопрос... Он отвечал на него. Пока у человека не возникает вопрос, ему бессмысленно что-то втолковывать. Я понял. Вот сейчас есть очень много вот финансовых бирж, которые там за $5, которые они дают как бы новому подопытному кролику, который готов хотя бы $1000 и на них наварить, очень много прогорают. У меня знакомый решил заработать, ну как бы и долг не отдал из той $1000, который он взял для того, чтобы поиграть на бирже. Скажите, пожалуйста, вот этот вариант бизнеса, это бизнес для кого? Для того, кто держит эти фондовые биржи, или есть возможность? Ну, это в первую очередь индустрия, конечно же, зарабатывает. Проблема не в том, что человека там обманывают. Это не мошенничество. Это не мошенничество. Но проблема в том, что человек, ну, вот у вас $50, а многие же мечтают заработать на квартиру. Да. Как можно? Если вы не торгуете наркотиками, оружием. Ну, один же смог. Идете на рынок. Нет, это можно сделать, но по-другому. Не так быстро. Вот оптимальная сумма, которая должна быть для того, чтобы можно было играть на фондовой. Проблема в том, что люди включают кредит, кредитный рычаг. То есть начинают играть в кредит, набирают кредит и думают, что сейчас я за счет чужих денег озолочусь. Знания первичны, чужие деньги вторичны. Друзья, сначала знания нужно заработать. У нас в гостях был финансовый эксперт Эрик Найман, рекомендовал сегодня переспати. Завтра особенно. Особливо завтра. А чому завтра? Субота. Субота. Дякуємо, ми обов'язково повернемося. Щось ніхто не хоче міняти нашу рицарську рукавичку на щось інше. Ерік, може ви поміняєте? Рицарська рукавичка, відпочинок Бердянську у нас. Поміняйте на окуляри свої. Добре, друзі, зробимо паузу і повернемося. Ні, ну можна ж переконати вас, ну хоча б...